Привет, друзья! С вами Арчи. И как вы догадались, мы продолжаем прохождение Red Bull 4. В прошлый раз мы получили новый шарик. Давайте посмотрим, что это за шарик. Кажется, он тут. Угу. Это у нас мяч. Ну что, давайте играть им. Продолжаем главу «Дремучий лес». Уровень 16. Поехали. Ну, атмосферно. Так, ну, в прошлом видео я говорил, что проходил эту главу полностью. На самом деле, я не припоминаю, что я проходил ее полностью. Может, какие-то отрывки были? Шарик-убийца. Мячик-убийца. Вообще, прикольно так все сделано. Всякий раз, когда я играю, мне кажется, как будто это в первый раз. Ачивку? Точно, дали ачивку. Почему-то мне показалось, что дадут ачивку, и я был прав. Так. О, нет, нет, нет. Нет, нет. Слушайте, тише едешь, дальше будешь. Сейчас мы все рассчитаем, все сделаем как надо. Давай, потихоньку катись. Вы это видели? Вот это был расчет. Вот это был расчет. Стоять. Теперь катиться. Катиться, катиться. Да, да. На. Пам-пам-парам-пам. Классная елочка. Что это у нас тут за ниндзя такой? Эй, эй! Карате-пацан, вот он кто. Как нам забраться? Забраться нам вот так. На. Так, теперь мы мочим кого? Мочим кирпич. Быстрее, быстрее, быстрее. А, нет, я думал, она сейчас закрываться будет. Ай-ай-ай. Ждем. Ребят, не надо тут торопиться. Почему я тороплюсь? Ачивку дадут? Ну нет, это была бы слишком легкой ачивкой. Ай-ай-ай-ай-ай. Как-то нас не придавило. Может, за это я ачивку бы дали? Разгоняемся! Мочим карате, пацана. Давай, в дерево его. Фу. Так, нам нужно нажать кнопку, и тогда вот так. Фу. Отлично. Вот я лично люблю собирать звездочки всякие. Ну, может быть, это только в этой игре. Но вот хочется как-то... Так, что мы открыли? Хочется как-то на максимальный результат. Достижение максимума. Есть. Падаем прямо на этого чувачка. Берем звезду. О-о-о. О-о-о. Не понял. И, пацаны, а как тебе звездочки взять? Почему через это дерево я не могу?
Ладно. Привет. Надо, наверное, разогнаться, чтобы туда попасть. Вот так, именно. Теперь мы довольны, теперь мы взяли все звездочки. Если честно, была мысль утопиться, ну, в смысле, тут, чувачком, вот этим красненьким мячиком, чтобы собрать все звездочки. Ну чё, каратэ, пацан, нифига ты в прыжке там чуть ли не с разворотом меня замочил. Ага, надо подержать, что ли? Ага. Чё делаем? Чё делаем? Надо мячик подкатить сюда, да? Вот так. Вот так. Вот так. Yes. Yes, я мозг. Кия! С криком Кия и ударом ноги мячик допрыгнул до следующего пенечка. Дай! Не получилось. Стоп, стоп, стоп. Готово. Катимся, быстро катимся. Катимся, катимся, катимся. Скорее, скорее. Есть. Ну раз так, подержи. Пум. Есть. Надо влево, вправо прыгнуть, наверное. Точно. Куда дальше? А дальше на следующий уровень. Уровень 24. Буквально 6 уровней разделяют нас от босса. Я задействовал пилу. Класс. А, чертов ниндзя. Действительно, чертов карате пацан. Карате кирпич. Нате вам, нате вам. Кирпичи превращаются в прах. Ай-ай-ай-ай-ай. Фу. Так. Это у нас это увеличивает. Это. Вот так. Вот так делают профессионалы. Yes! О, красава, ты нажал там мне кнопку? Погоди, ты чё, мой напарник, что ли? Нет. На вид ты всё тот же карате-пацан. А карате-пацан мой враг. Так, всё, отлично. Наверное, как-нибудь. О, yes. Ай, ай. Дали бы мне ачивку. Стукни два раза и проиграйся. Зачем я это сделал? Надо было вот так. Надо вот так положить. Эй, погоди, мужик.
Мужик. Палка, мужик, вы слышали? Да ну что ж ты так? Я понял, она так и будет. Надо толкнуть и придержать. На тебе скорее. Ай, бежим, бежим, бежим. Эй, ты круглый, а ну-ка ко мне. Давай, пошел отсюда. Пошел, пошел. Ай, что я делаю? Давай, скорее, скорее, скорее. Есть, есть, есть. Держись. Ништяк. Держится, видели? Я ее пытался до этого так установить, и у меня не получалось. Выросли, выросли палочки. Один, два, три. Оу-оу-оу! Да, бум-бум-бум-бум. А! Веселый, правда веселый. Блин, как классно подобраны названия для ачивок. Ой, я хочу в дерево, я хочу в дерево. Не мешай. С разбег дух, сейчас мы дупло сломаем. Не получилось. Эй! Так, нечестно вообще-то. А мы сейчас вот так под тебя упадем. Не понял. Блин, зря я уронился. На, давай еще, еще стукни. Мне же надо звездочки сверху собрать. А мы вот так упадем. И вот так. Это не случайно ведь эта избушка. Вот смотрите, мы ждем, чтобы запрыгнуть на кнопку. Ой-во! Ой-во! Есть! Да. А мы вот так сделаем. Видали, как красиво? И вот так проскочим. Так, мы что-то собрали не все звездочки, походу. Я думаю, нам надо было уничтожить того ниндзю. Ай-ай-ай-ай. Оу, щит. Тихо-тихо, играем осторожно. С остро режущимися предметами. Режущимися, кто бы говорит. Ай, готово. Зубастики какие. Раз. Не понял, кто это был? Это был я. На. На тебе. Так, я что-то путаю. Надо же сверху их мочить. Я знал, знал. Просто так вышло. Ух ты! Ты что, за брата пошел? Молодец. Брат кирпич за брата кирпича. На, на, на. А что надо? Так, они не случайно. Ай-ай-ай-ай. Сто к одному? Что, я убил сто? Сто к
таких кирпичей. Я могу сейчас тут застрять и убить 1000 таких. На, есть! Мы собрали все-все звездочки, кажется, тут. Вау, опа! Это как называется? Да, прыгал сам. С неба шарики падают. Осторожно. Так, нам что, его нужно перекинуть на другой берег? Ну давай. Погнали. Так, мы тут звезду не взяли. Классно. Я определенно тут не играл. Наверное, я видел, как кто-то играет. Стоять! Не так. Нет. Я понял, как тут надо. Но у меня получилось не с первого раза. Точнее, пока что вообще не получилось. Опа. Ну, теперь должно это получиться. Воу. И просто ждем. Ждем. И прыгаем вниз. Пим-пим-пи-бим. Так, эту мы нажали. Теперь надо вот так. Не понял. А та кнопка-то что делала? Первая. Я упустил этот момент, походу. Иди сюда, будешь моим трамплином. Спасибо. Спасибо, кубик. Действительно. Во, босс. Что ты умеешь? Опа. Ух ты. Да ты тут это... С оружием? Устал, не устал? Устал, на. Ай-ай!
Ничего. Я орешек крепкий. Тебе будет тяжело со мной. На! Эх, ребят, вы видели, как это? Он же был уставший. Может быть, это глюк? На! Ау! На! А, вот в чем дело. Он уже выходил из состояния, и как раз в этот момент я стучал. Надо просто работать быстрее. Че, все что ли? Это финиш? На тебе. Босса намыло. Ну вот мы и прошли дремучий лес почти на все-все звездочки, кроме 26 уровня. В следующем видео вы увидите прохождение мрачной фабрики. С вами был Арчи, если вам понравилось видео, ставьте палец вверх, подписывайтесь обязательно на канал и делитесь со своими друзьями. До новых встреч, увидимся тут, пока!